Жаль, пропустила столько. Думаю, когда мы придем домой, они уже будут дома. Да. Может, хотя бы фотографии покажут. Покажут, куда они денутся. Да и расскажут, где были, что видели. И ты из-за меня жалко не поехал. Да, ладно. Колька, я тоже узнавала, с Катюхой не поехали. А почему? Да что тоже Катюхе там плохо стало. Вот и блин. Видимо, отравились чем-то, раз не у одной тебя. А может, давление? Может быть. Вроде это нормально у нас. Я ничего не говорю, но усваивает всех по-разному. На этом берегу хорошо. А, волны такие красивые. Да уж. Солнце вышло. Опять зашло. Сказала Мейган, и оно зашло. Горку совсем сдули. Да. А чё там никто не катается? Ну, хотела покататься. Сейчас? Нет, вообще, сейчас они не покатаются. Кстати, вода тёплая, независимо от погоды. Да, вот это меня радует. Ну вот. Так что, Мэйган? Ты мне предлагаешь искупаться? А почему нет? Значит, ты меня будешь вылавливать?
Ну хотя бы на берегу такая намочиться. Можешь? А ты, значит, будешь на меня смотреть? Ну, я зайду по шорту. Там волны, я не хочу мочиться. Вот что делаем. Ну что, спустимся? Давай. Ну вот. Да, вода хорошая очень. Все-таки я что-то не хочу идти дальше, думаю, у меня и шорт намочится. Вау. Ты как тут на каблуках-то? Они в песок проваливаются, и нормально. Как в тапочках сразу становится? Нормально. Хорошо. Красиво. Да уж. Какие они частые-то. По-моему, даже прикольно. Да. Прикольно тобой... было бы, когда была бы жара и большие волны. Мы с тобой поймали волну. Была бы тут у меня доска для серфинга. Я умею кататься. Умеешь? Да. Ничего себе. Классно. Да, тебя классно волна подбила. Ну вот ты искупался. Да, не хотела бы я мочиться. Но природа сделала свое. Нахвастался. Да. Главное, что ты не упала. Я-то ладно. Блин, все вот бедная моя рубашка. Ничего, я ее поглажу, не переживай. Да? Да. Спасибо. Пожалуйста. Ты под волной не стой, а то сейчас опять тебя сшибет. Ну, они сильные. Тебя-то не сшибает? Ну, они вот рядом с тобой сильно бьются, а мной-то нет. Вот видишь? Со мной так. Ладно, хорошо. Да. Что еще надо для счастья? Как ты? Ты засранец! Ну ты же болеешь не гриппом. Блин, дай тебе большую волну. Куда? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Ну как ты? Ну так, более или менее. Ну все. Подожди, хватит. Тебе что, одного не хватило? Да я ее убью сейчас, всех троих. Успокойся, я тебе говорю. Тебе прям проблемы нужны, братик. Хелли еще вся обещалась. Еще она там обещалась. Не знаю, пришла, пока ты спала, всех обосрала и ушла. Ну, впрочем, как обычно. А Рен что делает? Спит. Лучше бы ты к Рену пошло, чем с ними разбирался. Угу. Сволочи. Я не могу
поймать рыбку, ты ее не поймаешь, она не плавает так высоко. Я в тот раз рыбку поймала. Кстати, Вера, я хотела тебя спросить, точнее, поинтересоваться. Как это Тони выкупал здесь все, если вы даже не знакомы? Это же, по сути, все твое. Ну, это все делал через моего мужа. А, господи, все забываешь, что у тебя этот муженек. Иностранец. Иностранец? Да. С какого-то пня? Джейк Стюарт. И что, мне это ни о чем не говорит? Миллиардер, прекрасен собой. Все никак не могу удержаться. Когда же ты меня с ним познакомишь? Когда у него командировка закончится. Так что, надумала к нам ехать? Ой, да что мне там делать? Я тебе уже несколько раз, и уже не первый раз повторяю. Ты свою карьеру повысишь намного больше, чем здесь. Ты могла понимаю, бы мне и так присылать материал. Я понимаю, здесь озеро, здесь красоты, но здесь глушь. Здесь ужасно. Знаешь, сколько я денег трачу, чтобы тебе что-то перекинуть? Ой. Именно о информации там уйма. Там столько народу. Да, точно. Я ж хотела рассказать кое-что. Максим, этот... И Илона. Или Элона. Короче, неважно. Элона и Элона, вот эти сестры, они на самом деле лесбиянки. А Максим мутит с каким-то американцем также. Фемра. И Элона вышла замуж за Максима, чтобы скрыть то, что она со своей сестрой там, Шуры-Муры. А Максим женился на Элоне, чтобы скрыть Шуры-Муры с тем мужиком. Фемра. Лови рыбок. А еще он увеличивает с помощью таблеточек. Я видела. Фемра! Вот если ты к нам приедешь, ты ознакомишься с этим делом поближе, и у тебя будут фотографии этих людей. Вот. Я поговорю с мужем. Мы же все равно вас будем отвозить. Естественно. Не нам же самим вплавь добираться. Ну, Фемра. Там не все так, как рассказала Фемра. Это больно как-то не так звучит. Как еще не так? Все об этом знают. Лови рыбок! Там дело в том, что Илона это... Господи. Она охотится за наследством Максима. И все хочет устранить его брата больного. И не гонится, в общем, за деньгами и так далее. А это ее сестричка мстит дочери Максима, которая отняла у нее мужа. И там так все запутано. Эта семейка Максима просто клад новостей и разоблачений. Так что... Да, и всех можно запозорить до конца их жизни. Фемра, тебе не идут темные очки. Почему? Потому что ты бледная, и у тебя яркие волосы. Ты тоже бледная. Я загорели тебя. Да. Ну ладно. Ой, с ума сойти, я скоро сойду с ума. С ума сойти, я скоро сойду с ума. Особенно с ней. Че мне сказала, что моя юбка слетела? Я сейчас всем показываю. Молодец. Сперла у меня очки, я еще должна смотреть на ее жопу голую. Кто тебя знает, может, ты такая, как Илона. В общем, меня ненавидят там все. А по сути, я ничего не сделала плохого. Кроме этой Яны. Фемра. Эта Яна, она... С синими волосами. Фемра, помолчи. С этой Яной я познакомилась в Москве. Она меня нашла, чтобы я... рекламировала ее одежду. Она этот, как его? Модельер. Вот. После того она уехала в Японию и долгое время находилась там.
Мы с ней вели переписку, так все мило-мило. Она меня считала за свою лучшую подругу. Потом она приехала в Москву, дала мне многие свои эскизы. И я выдала их за других этих. Ну, в общем, я сказала, что она их ворует из Японии и выдает за свои. И после этого скандала она меня терпеть не может. И она растрепала, она такая сплетница, такая коза вообще. Вот она своим языком растрепала всем, то, что я такая сякая. Я однажды немного предала братц, и они тоже все растрепали. Поэтому в том округе меня терпеть никто не может. Но не все, конечно, но большинство. А Дана еще не рассказала, что ты к тому гею клеилась. Ой, это Дана. А, кстати, Вера, ты не поверишь. Этот Тони Старк вообще не то, что он встречается с Хейли. Он под прикрытием, ну ты знаешь. Mm-hmm. То, что он с этим Реном мутит. Так однажды я с Реном пригласила его на свидание. Я не знала, что они вместе, что они мутят. И нас разоблачила эта Дана. Так я же тебе говорила, что он гомосек. А ты меня не послушала, сказал, ну и ладно. Я думала, что это только сплетни, Фемра. А, вот, значит, ты хочешь меня подставить. Я хочу тебя подставить. В общем, давай, Вер, думай насчет этого. Я поговорю с мужем. Поговорит она с мужем, а ты сама решение можешь принимать? Я-то не хочу. Не хочет она сидеть в этой глуши. Ну, то тут все мое. Ты там можешь тоже много чего скупить. И вообще, этого Тони прогнать нафиг. Мы вообще там с Фемрой жрем, спим, ходим в туалет, моемся бесплатно все везде. И плевать, что это не наше. Так что там только так. Все свободно и тому подобное. Ну, там, правда, возражают некоторые. Ну, плевать на них, в общем. Холодильник там всегда полон. Еще там есть кафе, сцена. В общем, там вечеринки проходят каждый день. Там можно много с кем познакомиться, много парней. И, ну, тебе это не интересует, но все равно. Вот. В общем, короче, думай. Да, Фемра? Да. Ну, вот и все. О, привет. Я тебя вообще теряю. Ты была вчера на экскурсии? Нет. Как нет? Так я ж приболела и осталась. Мы думали, ты там... Господи, я тебя вообще потеряла. Мы просто с Вова в другом номере сейчас. Вот как. Мейна, ты представляешь? Вчера, когда мы катались на этой... Ой, на этом катере, или что это? Теплоход. Теплоход. Вот. Он мне предложил встречаться. Классно, Сонь. И как ты думаешь, что я ответила? Да. Да, я согласилась. И вот. Теперь мы вместе. Засранцы. Ну и правильно, я не поехала, я бы вам мешала. Ты нам нифига не мешала бы. Он бы застеснялся прям мне тебе признаться. Предложить. Ой, да ладно, он прям... Ой, стеснялся, перед нами трусами ходил, он застеснялся. Да? Ну, как же. А у тебя с Ромой как? Вчера день прошел? Да, просто гуляли. Со мной остался. Потому что мне никуда не поехал. Никуда не поехал. И все. Ну, что такое интересно, как у вас? Вы никуда не ходили? Вы сидели в номере целый день? Да. Сегодня утром было тепло, мы ходили на пляж. На пляж? Да. Ну и как? Вода была теплая, пока вот так вот погода не испортилась. Да уж, я куртку-то одела, а колготки нет. Нет, я надела. Поэтому я сейчас поспешу в номер. Ты пойдешь со мной? Конечно, пойдем. А то я не завтракала сегодня. Я тебя искала. Могла бы мне позвонить. Так, ладно, пошли. Представляешь, когда я прогуливал Стони на дальнем пирсе, я встретил этих трех злыдней. Уточни. Варя, Фемра и ее сестра Вера. Стони опять хотел с ними разбираться, но я его отговорила. Вот как. Что я тебе рассказать-то хотела? Краем уха я услышала, что Варя хочет
свою сестренку забрать к нам. Что? Я... Так нам же всем... Да, я думаю, ты понимаешь, что это значит. Она хочет построить карьеру ближе к нашему центру? Угу. Я думаю, что она вообще переедет именно в наш город. Варя сказала ей, якобы слишком дорого отправлять информацию. Я в ужасе, Кейти. Если одна Варя доставала... Она с одним присутствием меня доставала. О чем я и говорю, а их будет двое. Тем более у нее многочисленные на меня наезды. И ни за чего. Просто тупо из-за прошлого. Хотя я уже ее простила. Мне уже нет смысла с ней спорить. Ладно. Может, прогуляемся уж с собакой и пойдем домой. Мне не нравится этот ветер. Давай пойдем. Красотами наслаждаешься? Да. Мне Кейти сказала, что ты спишь. Ну, я проснулся. Ты ведь примерно где-то здесь упал, да? Ну да, подальше. Кстати, их троих сегодня мы видели с Кейти на дальнем пирсе. Надеюсь, ты не стал с ними разговаривать? Кейти меня отговорила. Не сказала, чтобы я пошел к тебе. Я люблю твою сестру. Ты чего, какой убитый? Чего ты взял? Прям я не вижу. За тебя переживаю. Ай, все со мной нормально. Ну, ты так всегда говоришь. Ну, если правда нормально, даже врачи сказали. Ты не замерз? Да нет. Так легко одет. Ты опять забыл, кто я. И что? Я не чувствую температуры. Я знаю, к этому трудно привыкнуть. Ты же меня ледяного все так к себе прижимаешь. Я люблю тебя, Тони. Привет, Ром. Знал, что найдут тебя здесь. О. Привет. Почему ты один? Да так, люблю смотреть на воду. Вот как. Кстати... Сегодня волны большие. Да, тут... как тебе сказать?
Двухкомнатный номер теперь принадлежит только нам двоим. В смысле? В прямом. Соня с Вовой сняли другой номер. А в чем дело? Вы поругались? Вы поссорились? Нет, он на том теплоходе сделал ей предложение. В смысле? Вау. Неожиданно. Ну что ж, надо их поздравить как-нибудь мне. Двоих. Как же? Ну, тут есть неплохое кафе, где можно посидеть вчетвером и как раз отпраздновать их... следующий период отношений. Сегодня волны вообще привет большие. Да. Частые очень. Да, тебе лучше к ней не подходить, а то опять собьет. Да нет, я уже не подхожу. Ну и правильно. Я вижу, ты тоже тепло приоделась. Естественно. Да, прохладно. Я тоже решил джинсы одеть. Соня в последнее время вообще дико мерзнет. Не знаю, почему. Приболела. Видимо. Вот и надо ей лежать, она все мотается. От радости. Уже 8 дней здесь, с ума сойти. Да больше. 8. Почему? Мы 20-го здесь приехали. Ну, субботы до субботы. 7, а уже воскресенье 8. Нет, с понедельника до воскресенья 7 и те 2 выходных. 9. Кстати, наши... Все ребята хотят вечеринку устроить под конец. Смог бы ты это устроить? Вечеринку? Не знаю, у меня тут ни пульта с собой диджейского нет, вообще никаких приспособлений. Ой. Я ж с собой аппаратуру не брал. Хотя она спокойно в чемоданах перевозится. Ну не знаю, может, можно будет как-нибудь устроить. Простой магнитофон спросить у этих, ну, кто живет. Я сейчас опять не шлепаться. Да, вон еще дальше и дальше. Ну вот, у меня есть плеер с собой подключить. И думаю, все можно провернуть как-нибудь. Вот хорошо бы было устроить в последний день такую вечеринку. Было бы неплохо. Да, но нужно и место, и сложиться как-то всем. Ну, это сложимся. Это дело несложное. Ну, за мной, я так понимаю, музыка. Да. А чё это решил дискотеку устроить? Ну, а почему бы и нет? Всё-таки мы покинем такое прекрасное место. Да, не хочется отсюда уезжать. А... Почему до сюда не два шага, а? От нашего комплекса. Да, 7 часов езды. Ну, мы хотя бы здесь остановились на 2 недели. А не на 3 дня. Да, это очень приятно. Я просто балдею от этого места. Именно от этого пляжа. Тут всегда хорошие волны. Тут воздух хороший. И все болезни проходят лучше. Естественно, какой он чистый. Тут везде одни леса. Экология, экология, экология. Намокла на этом камне-то? Да нет. Не холодно? Просто тут ветер. Да он только начинается еще.
Я пока до сюда дошла, устала, поэтому я посижу немножко. Понятно, ну сиди. Я тебя не прогоняю. А я... потом пойдем домой. Я очень рада, что ты здесь шла. Ну я же знала, что ты здесь. Как ты догадалась? Даже не знаю. Просто первый пришел в голову, где-то может быть. Ну что ж, приятно. Кстати, вот этот забор, это чтобы дети туда не заплывали, да? Ну да, как бы детская площадка. И ограничение территории. Вот оно что. Ну, тут уже никто не плавает давно, я так думаю. Забор весь снесли. Ну, а погода-то уже на минус. Потому что дело идет к третьему месяцу лета. Да. К августу. Скоро учеба. Работа, учеба, работа. Да, нам с Соней уезжать в Америку. А вы не думали перевестись в другую школу, чтобы быть поближе к друзьям? Да, мы не привыкнем уже к другой программе. Мне остался последний год, Соне-то нет. Я буду скучать. Мы же будем общаться. По переписке. Да? Хотя бы как-то. Еще ведь скайп существует. Скайп это не то, согласись. Ну хотя бы видеть можно собеседника. Да. Я обязательно как-нибудь подзаработаю и куплю собственную квартиру. Не хочу сидеть на шее у Кирюхи. У него своя девушка, свои там... дела. Как-то я чувствую себя более напряженно, когда я в их доме. Ой, да все нормально. Ладно, пойдем, ветер уже начинается такой сильный.